Так. Ни черта здесь нету. Наконец, контрольную точку прошли. Пойду-ка я через палатку проберусь. Видимо, не зря я это сделал. Так, и самый раз для того, чтобы кончились боеприпасы от Панзершрека. Так, только не на гранате, ребят, ну. Все что угодно, только не граната. Самая тупая смерть в этой игре. И самая подлая. О, привет! Прилег отдохнуть в воздухе. Здравствуй, метро 2033. Ну давай же. Хорош. Стоило ж хоть чуть-чуть в зону действия гранаты войти, и она меня чуть не убивает просто. Да и зачем мне идти? Мало с не понимаю. Да некоторые что-то не разбегаются и даже не разъезжаются. Все, слава богу. А, я же забыл, что мы при поддержке танков действовали, которые нас не поддерживали. Отлично. Вдвойне приятно осознавать все эти фейлы. Почему ты говоришь через радио? Мне вернули мою игрушечку. Он косит наших ребят! Оставить дымовую завесу! А то он нас воздухи порвет! Бросай дымовуху! Японский пулемет! Эта тварь просто бессмертна, а? Ненавижу такие моменты. Ну, посмотрите. Ну, просто бессмертная тварь. Тихо-т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 ихо
Прямо у него под ногой. Здрасте, минометная позиция. Лови обратно. Он перегрелся. Миномет, огнемет просто перегрелся. Давайте постреляем тогда. Раз с огнеметом не особо получается. Так, ты вроде там сдох вообще.
А откуда они там вылезают-то? Подожги их, что ли, нафиг. Зачем тебе дали спички и зажигалку? Отлично. Выбежало 4, набежало 24. Да плевать, я лучше просто вот так вот сделаю. Наугад. Замечательно. Можно целиться из огнемета. Так, а вот дым с огнеметом очень неплохо действует на пару. Как раз, чтобы подойти. Об этом я не подумал. Так. М1897. Ага. Ладно, пока не буду дробовик брать. Хотя очень хотелось бы. Но, к сожалению, придется гарант выкинуть, а это не, недопустимо. Расслабьтесь, господа. Откуда сбоку-то? Офигеть. Крысы! Крысы, говорю. Истинные крысы просто. Засели в своих этих траншеях. Перекрылись по максимуму. И жируют, сидят. Господи, пропустите меня обратно, встали, не дают мне обратно пройти. Так. Сверху все еще стреляют, мне кажется. Конечно, стреляют. Всегда будет стрелять. Кто в меня сейчас попадает? Кто в меня... Да кто в меня постоянно стреляет? А. Ну а там кто стрелял? Все равно вопрос открыт. Это было сверхнаглым решением. Кто-то, видимо, да, на деревьях. Живущий снайпер. Оу, хорошо кинул гранату. Чё, господа, есть среди вас кто-нибудь еще? Конечно, есть. Я бы спрятал здесь секретную карту, но... А, есть секретная карта. Я думал, нету. Спокойно. Спокойно. Да кто там? Какая тварь посмела? Да никуда я не иду. Что ж ты меня деформируешь-то? Какая дрянь там, понятно. Уберите его, ну! О! Не стрелял в меня, вдруг начал стрелять в меня. Видели, как он телепортнулся из воздуха? Обожаю это в пятом Call of Duty. Просто телепортнулся из воздуха в 5 метрах от тебя. Ты сначала идешь, все осматриваешь, да? Но в этой игре так не получится. Ты потом, после того, как придешь, должен все осматривать. А то не прокатит.
Да зараза. А, уберите этого любовника от меня. Что ж вы творите-то, ребят? Ну прикрывайте хоть немножко-то, а? Здрасте. Да. Вот ты молодец, красава вообще. Давайте-ка я зайду просто сюда и все. А только не говори, что это его не убьют. Конечно, не убило. Продолжает шмалять. Это кидает гранаты. Они идут без проблем! Рядом с генератором! Как я только что. Ладно. Почему бы и не кинуть дымовуху? Начинаем. Как бы не заблудиться бы самому. Ай, как немец перегрелся! Уберите его, да нет! Спокойся. Откуда его приклад вдруг вылетел? Из вакуума, по-моему. Туши императорские, блин. И все за мной в эту горячую избу пошли. Вы этого-то уберите, и не будет никаких потерь. Гранату вам обратно. Просто вот откуда он взялся? Откуда вы, гады, беретесь? Абсолютно непонятно. Сэр, минометы противника нейтрализованы. Танки уже в пути. Танки на подходе! Передай по радио! Мы зачистили позиции минометов! Хорошая работа! Фух! Хьюстон, Хьюстон, у нас проблемы! Наши достижения дались нам гораздо труднее, чем мы могли себе представить. При захвате аэродрома и минометных окопов стало ясно, что враг будет биться до последнего. Противник занял позицию в джунглях и пещерах, окружающих вершину, где установлены тяжелые орудия. Захватим их и пилели у нас. Двухсотмиллиметровый миномет со своей позиции еще держит плацдарм под прицелом. Мы уже видели, что бывает, когда он бьет по берегу. Любая попытка перебросить подкрепление окончится тем же самым. Гребаная кровавая баня! Да, так вот. Майор Гордон запретил высаживаться до тех пор, пока с артиллерией не будет покончено.